Да, много в начале. Вообще не хочу про начало игры даже вспоминать. Я это в страшном сне каком-то увижу. Когда Магнус вывез Никс из-под ульта Дестра. О, это вообще, да, это было что-то невообразимое. Этот момент. Вот с этого момента все и началось. Это была первая самая криворукая драка. Нет, первый момент был самый. Это когда Фаник просто пришел в лес и убил двух саппортов. Непонятно как вообще. Что он там сделал? Антенна говорит. Антенна говорит НС. И мы начинаем второй сет. Второй сет полуфинала Венеров Virtus.pro против Empire. Первый получился очень каким-то странным. И, пожалуй, это напомнило нам второй сет между Na'Vi и Fnatic, который получился тоже разгромным. Fnatic не знали, что делать. И да нет, он даже лучше был от Fnatic, потому что там их как бы давили Na'Vi. Просто им не хватало какой-то, ну, какого-то скилла. ВП продемонстрировали очень странную игру. Совсем все слив в начале и потом пытались вывести, отставая на 15к. Ну, это, конечно, хороший план, но тяжело против Империи так играть. Ну и, в общем-то, не получилось. Не сдавались до конца. Плюс, как раз это, ну, полезно было, они разыгрались немножечко. Ну и посмотрим. Клинкс, лайфстиллер в бане. 10 секунд. Висп в бане опять. И какой-нибудь сейчас будет трэш в виде там Магнуса, Бэтрайдера, не знаю. Баунти, возможно. Но Баунти уже никто не боится Вирдусовского. Undying. Баунти, Магнус. Дарксир. Что пикнут ВП? Бэтрайдер, может быть. С чего начнут? Какой Магнус? Пришел Дарксир и убил двоих. Да, я, конечно, если я сказал, пришел Магнус и убил двоих, это была оговорка. Бэтрайдер. Бэтрайдера не фиксили последним патчем, и, наверное, он может быть даже сейчас поэффективнее Магнуса. Но ответ будет, я думаю, темпларочка. Возможно, мы увидим темпларочку. Возможно, Магнус, возможно, ДС. 10 секунд Ну, remaining. прям, вот, кажется, сейчас будет темпларка. Не Five знаю, seconds какое-то чутье. remaining. Магнус? Нет, Магнус Дарксир. Я ошибся. Темпларки действительно Radiant нету. team Ну что captain. ж, этот пик очень силен. Берите Джакира. Джакира сильно порезали. Фиксили, он не атакует лассо. А, кстати, да, он же не атакует лассо. Я все вообще забыл после этой игры. Ну вообще фикс-то достаточно серьезный. Но, видимо. Да нет, все равно он сильный герой. 10 секунд remaining. Ну как-то Five согласитесь, по Бэтрайдеру seconds не так было remaining. сильно заметно. Хотя и по Магнусу вот так на глазок незаметно. Это все видно, Expiring когда ты time. сам рубишь. Темпларку так пофиксили, Magical что dart. вообще. А я вообще, у меня все из головы выпало, Radiant все team фиксы. pick. Мне нужно просто открывать ченджлог. Итак, от ВП Баунти Хантер вторым пиком. Ну, их любимый. Shadow Demon. И Шадоу Демон. Так, Dire Темпларка. team pick. Темплар Ассасин. Refraction Monocost Increased до 100 маны. Ну, не знаю. Ну, вообще, у нее маленький, конечно, монопул. Но не так, чтобы это прям мега фикс какой-то был. Тринта мы, кстати, не видим. Я его ожидал увидеть. Ну, Damage Increase by 10. На 10 урона ему повысили. Ten Living seconds Armor remaining. повысили. Overgrowth понизили кулдаун. Leech Five Seed seconds remaining. понизили кулдаун. Ну, короче, Трент реально жестко Reserve апнули, но time. его все равно не берут. Ну и Radiant Джакира от team Империи. one. Джакира, который теперь вот такой вот хреновенький, с плохим уроном со стана. Ну, 25 урона магического или 100 урона магического на первом левеле. Согласитесь, разница ой-ой-ой какая. Бэтрайдер, Баунти, Шадоу, Демон. Кси будет... О, Крейзи будет играть, наверное, на Бэтрайдере. Баунти заберет себе Санта по привычке Шадоу, Демона, ТНСа.
Да, Сильвию на 100 всего подняли. Ну, не на 100, а до 100 на 25 единиц. Что сделали с Луцифером? С Думбрингером? А? Не знаю, что сделали с Думбрингером. У меня сейчас вообще... Я не помню, что даже читал только что. Все внимание на игру. Какая-то просто растерянность. В шоке от первого матча. Шреддер, говорит, пикайте. Так, секунду, ребята. Reserve time. Radiant team ban. Dire team ban. Армор плюс один, горящая земля теперь на крипов действует. Так горящая земля и действовала на крипов. А, единичку армора ему дали, да, на первом лавеле. Это был, по-моему, единственный герой совсем без армора. И это реально, ну, жестко. Единичка армора и ноль армора, это разница достаточно большая. Там каждая единица армора важна. То есть теперь он там с базилкой под какой-нибудь совой будет иметь уже там не 5, а 6 хотя бы. Ну, 5-6 это не такая большая разница, а вот 0-1 это большая разница, там, 2-3 большая разница. Дестройер, Луна, Лайфстиллер, все перебанили, Гирокоптер, кто тащить-то будет, где кэри, пацаны? Всех кэри забанили. А я не знаю, что у Виртусов есть Вивер, их любимый, но как-то Вивер против Магнуса очень хреново заезжает, просто он ловит один реверс полярити и все, и умирает. Слишком тонкий. Ну хотя, слишком тонкий он был. Пуджа тоже 0 армора. Это 14%. Ну это очень много. Луна обиделась на бан. Да. У Дума было не 0, а минус 0.5. Минус 0.5 или 0.5 все-таки? Ну короче, у него 0 отображался. Вот в чем суть. Рубик в бане. Последний бан. Ичибан. В общем, идут разговоры. Radiant team pick. Там урон нафиг не нужен. Нет, ну... Все, там ВП, говорят, уже проиграли пик. Можно ливать. Зарекся заходить на чат на Звиче. Ну, понятно, что главная фишка в стане, но на первом левеле это реально жестко. 100 урона. Ну, как бы вот 30% ФБ, который делает Джакира, наверное, если там будет не 100, а 25, он не сделает. Очень много я видел, когда по убегающему герою дается этот айспас уже где-то под вышкой, он по нему попадает и наносит очень много урона. 25 это вообще... Вы посмотрите на... Я извиняюсь, я же подавился. Посмотрите на бан Empire. Лайфстиллер, Луна, Дестройер и Антимаг. Это минус все кэри. Чем играть будете? И сейчас Войд такой, привет! Нет, это Профит. Баунти, Профит. Хорошо. Молодцы. Свен от Empire. Вот Empire, да, вот теперь действительно мне очень страшно за пик, потому что это и Свен, это и Магнус, это и Дарксир, и Джакира. Отличная комбинация, да, это все тот же Вивер. Какую-нибудь сейчас ВР против него возьмут. На соло-линию. Хотя нет, здесь на соло есть Дарксир, наверное. Ну, короче, не знаю, что сейчас возьмут. Нужно саппорт второго добирать, по идее. Так, баним. ГГ. Ten seconds remaining.
ГГ. Полюбас уже не вытащить. Блин, ВП, пожалуйста, выиграйте эту игру. Пофиг там, слейте 2-1, но выиграйте эту игру, чтобы просто вам всем утереть нос экспертам этим из чата. Чтобы доказать, какие же вы все-таки... Ладно. Главное это уважительно относиться к своим зрителям. Спектра? Вот это вообще огонь. Спектра, Свен, Джакира, Дарксир и Магнус. Не, ну пик ты империя, я согласен, жесткий. Просто жесткий. Тут спектра много урона, Свен много урона, куча всякого АОЕ. А УВП какой-то, ну вот чистый УВП пик подраться там где-то один на один. Какие-то сплитпуши, разводы. Короче, посмотрим, что сильнее. В прошлый раз у Empire против этих сплитпушев и разводов был Висп. В этот раз Виспа нету. Ну, блин, есть Спектра. Спектра это тоже такой себе ничего герой, который летает по всей карте. Спектру тоже немножечко апнули. У нее иллюзия теперь, в которую она перемещается. Ну, то есть, когда она перемещается в иллюзию, используя Хаунд, она не разрушает остальные иллюзии. То есть иллюзия остается до хрена. Ты можешь сразу перелетать, куда тебе нужно, не ждать, когда там иллюзии наковыряют. Все равно иллюзий будет много. Да, и также переделали вот этот вот топор. Раньше у нее был круг, как у Винги, а теперь у нее вот такой вот какой-то... Я не знаю, кадила какой-то, как у Бары. Ну нет, это не кадила, это какой-то скорее просто меч-лодка. Меч-лодка. Меч-лодка от главы, он не знает, как закупиться. Он не знает, что ему купить. Пи... Да, молодец. Здесь ВП... Не, ВП не идут забирать Рошана, просто все аккуратненько ничего не закупил. Айрман с кольцом, кто куда пойдет, я пока не могу вам сказать. Это Вивер не будет соло, скорее всего, этот Вивер будет на трипле. Посмотрим. Ну, разводы, 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 микро, огонь. Варглейв, говорят. Меч-лодка это будет. Это будет меч-лодка. Вы как хотите. Дизель не всегда правильно работал, да? Еще и Дизелейт не всегда правильно работал, говорят. Его пофиксили, он стал работать лучше. Ну, не знаю, Дизелейт у него и так жесткий был. Че там фиксить? Да, мне скидывают эту гифку с Нави. Короче, посмотрим. Я кидаю чат, он слишком печален. Наводит на меня грусть. Мне реально становится страшно. А вдруг на самом деле... А вдруг вы что-то знаете? Вдруг вы правы? Вдруг Свен действительно герой, который может убить пятерых за два удара? Вдруг Спектра... Действительно, дофига урона наносит Дизелейтом, а Магнус может застанить в пятерых своим ультом даже с БКБ. Короче, страшно. Скандал. Карбанул. Приносит себе стик, но он не уверен, что был здесь Бэтрайдер. Был здесь Бэтрайдер. Маяковский во мне проснулся, или Мастер Йода, как хотите. Он не уверен, что Бэтрайдер здесь был. Знает одного крипа. Красава. Просто красава. Здесь как-то задавил Санта. Ой, какой Санта, посмотрите. Запулил. И крипы сейчас развернутся, пойдут на линию. Нет, нет, крипы идут. Все, молодец, Санта. Санта красавчик. Прожигает Инесса. До хрена Инесса Фаник. Инессу Фаник наносит урона. Теперь нужно побить Фаника. Фаник против Ренджа стоит. Но здесь нету стана, ему, конечно, тоже комфортно достаточно. Санта, Санта, Санта. Через Dispersion будет качаться Спектра, что по мне странно. Ну, вообще, нафиг он ей нужен, этот Dispersion.
Качай Дизолейт, там просто его так бафнули. Ну, как бы у Empire всегда был свой какой-то взгляд на доту. И это не мешает им выигрывать. Вот с ними как раз я спорить, в отличие от чатика, не хочу. Они слишком жесткие. Чтобы с ними спорить. Баунти тут неплохо получает экспы, надо сказать. Он как-то толкнул линию вперед. Он запулил линию назад. Спектра денает крипца. Эй, Баунти тоже подрезал себе крипочка. Крейзи немножечко просел. Но скандал, видимо, уже с батлом. Оп. Слонопотама выкинул немного вперед. И летит забирать себе ДД в ботл. Сейчас выпивает последний заряд. Забирает ДДшку. Кси тем временем крипится. На фаст мидас пошел пасан. И никакой агрессии пока нет. Но она будет от ВП. Она по-любому будет сидеть против такого пика в обороне. Это хреновый план. 12-1. 10-2. 10 крипов. 10 у Спектра. 7 у Свена. 7 крипов у Свена в лесу. Блин, так они хорошо отводят лес. Просто такие молодцы. Вот ВП как-то с отводами не очень. Вивер денает неплохо крипов. Но не все. Помогает, помогает Айрману фармить, чтобы у Айрмана было много крипов. Пока что более-менее получается. Вот сейчас помог этого крипа добить. Прям не зря он тут стоит. Кси тем временем просто там невероятно быстро качает лес. Так, Вивер, Вивер, Вивер пробежал зачем-то в магазин. Вивер-ливер такой у нас получился. Купил кольцо. Там напали на Санту. Нет, никто не напал на Санту. Ай, Магнус убивает Бэтрайдера. Какой лол. Фейспалм. Дисрапшн. И это минус Дарксир. Ну как же ты так фиданул так? Крейзи, как опять так произошло? Это все гадский скьюер, которым он тебя заманил. Печально. И в итоге Магнус сейчас будет шестой, а Бэтрайдер что? Правильно, четвертый. Но это для Крейзи нормально. Это, ну... Блин, конечно, нельзя так говорить в эфире, и это обычно очень обидная фраза, но вот честно, кроме, в стиле игры Crazy, кроме как феерический, да, назвать нельзя, потому что он реально в лейте феерический, но в начале игры у него как-то все очень криво. Баунти приходит, скандал очень плохо, скандал умирает, скандал умрет, хорош, слона замесили, забирает килл. Не, я опять же, если там это дойдет до Крейзи, я ни в коем случае не хочу там сказать, ой-ой-ой, стан, Сайлента поймали, не, ребят, вам текать надо отсюда, Спектра. Просто, просто фиданул. Взял и нафидел. Этого хотя бы парня убьешь. Стики. Не, не, не убьет ведь. В инвиз уходи. Зачем полетел наверх, непонятно. Ну ладно, 2-2 счет, в общем-то. В ВП не все так плохо. Немножечко Кси приближается к своему мидусу. Сделал 2 ассиста. Сейчас будет опять качать лес. Маны нету нифига. Бэтрайдер. Ну, Бэтрайдер просто зачем ты нафидел? Я не знаю. Зачем ты туда пошел на троих? Ну, ты же знал, что там наверху Спектра и Джакира. Ну, не убили вы Свена. Да бог с ним, с этим Свеном-то. Грош ему цена. Трека все равно нету. Ну, это опять. Это начало игры. Я не знаю, как долго продлится вот эта вот феерия у Крейзи. Так вот, я там не договорил, но как бы это в хорошем смысле. То есть... Здесь стоит на слово «феерический» больше обращать внимание, чем на второе обидное. Ну, просто нельзя же не отметить. Ой, скандал к нему забегает, залетает. Нет, фигня. Борода получает урон от вышки. Хорошо, спас. Здесь скандал немножечко переборщил с агрессией. Потратил скьюер. Ну, как бы фигня. Скьюер второго левела, радиус маленький. Забрал бы, забрал, не забрал. Ну и бог с ним. Баунти. Идет. Опять убивать Магнуса. Потратит его время. Драгоценное. Дал ему крита. И ушел. Крейзи, добей крипа. Ну, не надо. Не надо получать урон. Просто добиваешь крипа спокойненько, и все хорошо у тебя становится.
6 минут игры. Вообще ничего не хочу говорить. Преимущества нету ни у кого. Это, по-моему, по сравнению с прошлой игрой, огромный прогресс. И Мидас. Вот он, Мидас. Его сейчас нужно получить и не сдохнуть никому здесь. Потому что здесь прилетел уже СВН. Просто забери свой Мидас с базы и делай, что хочешь. Это хороший Мидас. На 7-й минуте. Увидел Свена. Вообще красавчик. Давайте посмотрим на Empire, что ли. 40 крипов у Спик 3. 40 крипов у Спик 3, 28 у Вивера. Печаль, беда. 39 у Магнуса, 31 у Бэтрайдера. Норма. Здесь по 29. Ну, в принципе, за счет того, что много крипов у Профита, ситуация идет как более-менее ровная. Профит разведывает своими пенечками. Вызвал их. Денег нету вообще, потому что все ушли на Мидас. Продал квартиру, машину, чтобы купить Мидас. Ну и теперь посмотрим, стоило ли оно того. Айрман. Айрман на своем Вивере фармит. Ну, Вивер это, конечно, интересно. Интересный герой, замечательный. Поставил вард, увидел Сайлент. Молодец. Вышку на миде бьют, не надо. Очень не хочется. 7-й левел тут, 6-й левел тут. По опыту, Empire, да, впереди. Вот они как раз. Небольшое преимущество тут, небольшое преимущество там. Но когда же будет так, что ВП начнут в начале игры как-то вести у Empire? Такое было вообще за всю... Ладно, я психанул. За всю, по-моему, историю один раз. Ну ладно, я многого хочу, хотя бы пока что ровно. Все идет. А, Магнус потратил скьюер, захостой не успеет. Это хорошо. Здесь Мидас окупается, уже 400 монет. Сейчас заберет Сатира за сотку. Баунти 6, это главное. 6 баунти, это просто замечательно. Это баунти моей мечты. Но опять же, вот как бы все неплохо. Но у Empire такой пик, что им это сидение тоже неплохо. ВП нужно побыстрее фармить даггер на своем бэтрайдере. Чтобы он мог как-то инициировать вместе с Профитом, вместе со всей этой компанией. Инес светит, нет ли Дарксира. Дарксира нету. Вивер. Вивер нормально. 44 крипа на 53. Вивер подтягивается к Спектре. О чудо. Но Спектре тут еще целая пачка. Нашли Дарксира. Дарксира нашли. Дарксира нечем. Ну нечем ты его тут поймать просто. Он очень быстрый. У него третий сорч. Вообще без вакуума играет. То есть... Вот такая раскачка говорит о том, что Empire вообще никуда не собираются выходить. Они собираются сидеть столько, сколько нужно. Собираются сидеть, пока у Спик 3 не будет там... Да, интересная раскачка. Ну, в общем-то, да, пассивки их максить незачем. На единичку вкачал и даггер. Вообще, даггер это тоже такая мана, жжет до хрена. Смоук разбили. За бэтрайдером пошли. Станом попал. Скьюер. Реверс полярити. Не успеют. Не успеют, забрали, но сюда Кси врывается, Габлак сразу минус. Спектра дает ультимейт. Нет, тут нечего ловить вообще этой Спектре. Пошли драки, 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 поймали Магнуса. Солкетчер, давай, урон, 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 Магнусу вливай. Стан. Крит, стики. И Вивер добивает, хорошо. Вот, Empire сами зачем-то влезли в эту борьбу. Вообще ненужную борьбу. Абсолютно ненужную им самим борьбу. Dire's middle tower is under attack. И поднафидели. Два, по-моему, килла под треком было. Вивер забирает еще реген, к тому же. Ходит в инвиз, бежит, 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 бежит. Не успеет второй шкуч нажать, потому что мана мало, кулдаун шкучи большой. Относительно того, насколько быстро регенится мана. И вот, тем самым мы видим, что? Магия, магия, господа, это 1000 преимущества. Я сниму это и поставлю в рамочке эту фотографию. Они повели. Но опять же, сейчас Empire, по-моему, сами сделали фигню. У вас все хорошо, сидите и не гангайте. Куда вы там лезете, непонятно. Фаник. Фаник будет немножечко умирать сейчас. Да, Бэтрайдер его убивает. Там, правда, битый НС очень сильно, но это не суть. Вкачивает ульту, ультает хорошо против Дарксира то, что нужно. И это третий килл по трекам. Чудеса, да и только. Спектра там, конечно, на фрифарме, но это пофиг, ладно. Это не тот фрифарм, это мало фрифарма, и на что-то он доразменен, получается. Опа! Фишка.
1300. Что ж ты купил, друг? Где у тебя все деньги? А, тебя же забирали на миллион, точно. Это же все без тебя было. Пиршество. Дарксир возвращается. Стант, Сант. Просветка! Санта, живи, живи, родной Санта! Инес тоже очень битый. Нет, Санта выживает. Профит сейчас полетит. Профит. Где Профит? Профит не решается влететь. Не кидает ульт Инес. Ну, решили, в общем, там маны нету. Так, повозили, повозили, повозили. Никто ничего не выиграл. Профит фармит лес. Вивер фармит... Что фармит Вивер? А, Вивер только вернулся на нижнюю линию. Спектра фрифармит наверху. Ну, ее как-то не хотят трогать пока что ВП. Нужен даггер. Нужен даггер для Крейзи. Крейзи не участвовал в драке, поэтому ему не пошла никакая бонусная голда. Это очень печально. Ему бы очень хотелось, поверьте мне. Здесь просто фарм-машина от Кси. С Мидасом. 9-й левел. Что по XP? 9-й. Хорошо, спектру обогнали. Ну и вообще ВП получше с левелом стало. За счет Мидаса, за счет разменов. Какое-то преимущество в полтора косаря. Вот, блин, по такой игре сейчас просто забрать 3-4 фрага безответных и снести вышку. Все, там преимущество будет огромное. Но это я, конечно, раскатал губу. А пока я закатываю губу обратно. Эмпайр, 7-й левел. Джакира без ульта. Зачем ульт? Конечно, это Джакира от Габлака. Ну, Свен без клива здесь, конечно, не поспоришь. Саппорт Свен без клива. Самое, наверное, верное решение. Санта уходит. Ищет спектру. Видит спектру. Спектра уходит. Видит Свена. Свен. Хрен из два Свен уходит. Трек. Стан. Ульт от Профита. И до свидания. Друг. Магнус. Врывается. Упс! А никого и нету. Все уже разошлись. Что там? Гем, просветка. В центре. Реверс полярити. Добивает баунти. Ах, вы негодяи. Вы убили баунти. В размен, правда, на... Обсервер, ну все же, куда, Крейзи? Ну куда? Опять до даггера чуть-чуть, сейчас сдохнешь! Боже, если ты сдохнешь, это просто будет... Крейзи, я тебя ненавижу. Я тебя просто ненавижу, что ты делаешь? Да, ты пошел, у тебя до даггера оставалось 250 монет! Что ты за фидер-то такой? О, боже. Пошли ломать вышку. Я уже мечтаю взять интервью. Что такой фидер? Что ты делаешь? Что это было? Вот я прямо сейчас запишу. Врыв на 13-й, на 14-й минуте. На бетрайдере в чужой лес. Без даггера. До даггера 250 монет. Даггер охренеть как нужен. Магнуса будут цеплять. Магнус без маны. Магнуса ловит. Дарксира ловит. Магнус пытается убежать. И... Дарксира. Хорошо, поймали. Дарксир проедает елку. Сурдж, крит. Крит-то будет. Тосик хорош, ну убили. Убили Дарксира, Магнус ушел. Жирный. Гад. Спектра. Сакрат. Привет. Блин, спектры Сакрат, это плохо. Ну потому что даггера нету у Бетрайдера. Бетрайдер, потому что идираст. Вот наконец-то. Пытаются отбиться от кучи всяких симонов, не дать запушить вышку. Сейчас очень важный момент, потому что Радианс очень скоро. 1500 у одного, уходит Кси, остается здесь Бетрайдер, без маны, но с даггером, наконец-то, Санта 10-го левела. Вивер приходит уничтожать спектру. Вивер, естественно, спектру пробивает, она им ничего сделать не может на вот так вот один на один, потому что у Вивера есть инвиз, у спектры инвиза нет. У спектры мало хп, не раскачана толком пассивка. Не, ну раскачана пассивка, но все равно Виверу как-то с кольцом, ультимейт орбом. Ну, не в лейте эта пассивка не такая страшная, реально. В лейте она действительно жесткая. Ну и вообще таких вот драках там 5 на 5 неприятно. Ну, сейчас пока терпимо. Золото. Все больше у ВП, опыта нифига, потому что нефиг фидить. Прилетает Джакира. Ну, вышку просадили уже очень жестко и без Профита. Ай-яй-яй, Санта убьют. Нет, Санта живет. Нету там ни сентриков, ничего, видимо. Бетрайдер в погоне за фаником. Давит агрессивно сверху ВП. Профита я не вижу. Профит заберет вышку на миде. Вот это хорошо. Сейчас есть... Ой-ой-ой. Ай, Бетрайдер, такой краб. Маны на ульту не хватило. Это просто лол. Я не знаю, как это называется. Это херня какая-то. Спрятал, Soul Catcher скастовал, все живы, Дарксир, ульт хорош!
Здесь пошел какой-то неясный сплит-пуш. Магнус врывается вообще не туда. Лол, Вивер забирает Спектру. Это просто фейспалм от команды Empire. Они дерутся 4 на 5. Они пока что проигрывают. Живи. 3, 2, 1. Ай, нет. Отталкивает Фаник. Неплохо. ХП еще до хрена. Можно спасаться. Джакира битый. Вивер тоже битый. Вивер нет ульты. Вивер ловит стан. Ой, НС, боже, НС. НС не спасает Вивера, потому что там еще АУЕ с пылы, которые в землю вкастованы. Ну как же это было круто. Откуда там взялся-то? Вообще, откуда он там взялся, этот дисраптор? Дисрапшн от НС, дисраптор. Ну, Вивер убил Спектру. И Скандал еще убивает Бэтрайдера. А, ну Бэтрайдер, все правильно. Бэтрайдер, фидер. 3-5. Не, ну 3-5 еще нормально. Я думал, все хуже. У Спектры все равно денег больше, чем у Вивера. Это плохо. Ну, оверолл, естественно, УВП больше. Они забрали сейчас две вышки, они разменялись более-менее поровну. И опять, какой-то вот одного не хватило фрага. Ну что это такое? Бэтрайдер запрыгивает, дать ульту, у него нету, блин, маны на ульту. Он бы еще без КД туда запрыгнул. Спектру надо убивать, у нее... Мордиан скоро. Крит. Ну это просто детские ошибки. Тут центряк, Санта, тут центряк, не ходи туда. Там злые дяди. И тут центряк. Тут центряк, тут злые дяди. А, ну пофиг на центряк, они его так убили. Shadow Demon, Killing Spree. Вот НС, играет на Shadow Demon. 3-0-2, блин, 3-0-2 на Shadow Demon на каком-то жалком, ненужном саппорте. Вивер. Так, все, это минус Гавлак. Только не ульти в него, вы его и так закатаете. Вот, 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 правильно, все, ульти в Магнуса, конечно, тяни его туда на гору, куда-то отвез, непонятно куда, Вивер, Вивер сейчас все здесь покарает, Магнус использует ДД, пытается отхилиться бутылкой, получает урну, Магнус дает Ревел спалять, за сейф, за Эрмана, ну, Мика ждет, ой, ульту уходит, боже мой, о, Кси, Кси, ты просто бог Меки, как же вовремя он ее дал. Дисрапшена не было, далеко был. Ну давит, давит ВП. ВП хороши во второй игре. Давайте пушить дальше, вы забрали сейчас всех просто безответно. Магнус убили, Свена убили, вышку убили. Преимущество огромное, давить их, давить до конца, дожимать их, дожимать. Так, а там есть ульта? Там ульта нет, он и ульт просадил свой в никуда. Сайлент, Сайлента убить, Сайлента убить, Сайлента, ну что-нибудь, нет, Сайлент живет. Нет, Сайлент не живет, ему прилетает от Кси. Вездесущая рука Кси находит Сайлента в лесу. Просто, как знаете, была такая игра Нокс, типа РПГшки что-то, там был такой скилл кулак бога что-то типа назывался. Там с криком... Сверху падал огромный кулак и припечатывал. И вот так вот примерно у Кси его ульта работает. Главное, чтобы подсветить. Главное подсветить. На, Спектру! Радик готов. Радик готов, Радик не готов. Тут же ТП туда, ребята, у Спектру убивают, а здесь просто все отходят, и снизу уже идет сплитпуш от Профита вместе с Вивером. Вивер. О, какой трэш. Не, вот эта игра гораздо лучше от ВП. Не знаю по поводу игры Empire, потому что в первой игре Empire просто собирали фит. Ну... Наверное, все-таки они чуть тоже подрасслабились после первой встречи. У нас будет как минимум... Ну, должно быть 1-1. Вообще здесь я уже зарекся хранить раньше времени Empire, потому что похоронил их в первой игре на Асусе в финале. И они выкарабкались. И здесь, в принципе, они могут выкарабкаться. У них жесткий пик. Но они проигрывают, вы посмотрите, сколько. Они проигрывают очень много. И сейчас контроль карты полный за ВП. У них Профит, у них Линка на Вивере. У них отличный Shadow Demon. У них... Так, тут уже Хекс, походу, приближается. Владимир там у Баунти Хантера. Баунти сейчас чувствует просто чемпионом. А Empire засели. Вот почувствуйте себя в шкуре ВП теперь. Посидите. Без контроля карты. Без виспа вашего любимого.
Синтряк-то сбей, Габлак. Синтряк собьет, конечно. Ну, там обсервера нету. Туда поставили обсервер. Синтряк, наверное, думали, что здесь стоит вард, но там просто был Свен умер от этого, из-под трека. Так, 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 ну все, габлака, забирать габлака, все, зацепили габлака, скандал сейчас ворвется, нет, скандал не ворвется, габлак просто умирает по трекам и опять дает дофига золота. Ульт, ну не надо, там Магнус с ультом, не надо, аккуратнее, что же вы делаете, боже, ну зачем, зачем это все делать, Мека входит, боже, Мека, Инесс умирает, какая вовремя, как Мега, Профит выживает, у Магнуса нет ульта, бьют Спектру, на Спектру Сурч, два удара от Вивера, нужно кидать банку, банка снайперская летит, ни хрена не попадает банка, что делать, Спектра уходит, слишком жесткий Сурч, Вивер пошел за ней, и Вивер ее убьет на базе, Вивер ультит. Так, ну зато Кси фиданул, Крейзи здесь тоже что-то делает, Кси запирается, ставит пеньков, Даггер, о, хорош, Крейзи, Даггер, Форстаф уходит от Станчика. Продолжается у нас неистовый трэш и какой-то адский замес. Спектре не дают качаться, вообще это хорошо, но остальные герои потихонечку подкачиваются. Ну все, сейчас идти на Рошана, пока ульта нет у Магнуса, забирать этого гривела жирного. Лаги, говорят. Быстро чекаю, пока у нас такая небольшая пауза. Инфу по лагам, 0 дропов, вообще 0. Амстердамский хост творит чудеса. БКБ скоро будет у Сантецкого. Преимущество огромное у ВП. 5000 опыта. 5000 опыта. И 12000 золота. 12. Как что же Спирит говорит. Виверу надо на ХП жир собирать. Сейчас будут убивать Баунти. Баунти. Попытки убежать. Стан попадает в Баунти. Хороший дисрапшн. Айрмана бьют. Айрман. Ульта. Отлично. Все живые. Все фулл ХП. Скандал разорвали. Мека входит от Фаника поздно. Бетрайдер летит дальше. Бетрайдер запрыгивает. Ставит немножечко огня. Немного огня вам, пацаны. Минус Фаник. На габлаке трек. Габлака тоже можно забирать и получать огромное количество баблосов. Хорошо. У Вивера нет ульта. Нужно отступить, отрегениться, забрать вышку. Это размен-то 3 в 0. 3 в 0 размен. Между прочим, Вивер вообще такой-то... Ну вот эти два ульта, точнее не ульта, это Мека, Дисрапшн и ульт Вивера, они творят чудеса. Они просто как бы, как Аегис сейчас сработали. Два героя попадают под стан, там, под стан, под вышку. Кучу урона получают, и в итоге оба живые, оба фулл ХП. Ну как так? Такое может быть, как? Ну, вот так вот. Контроль, задротство. Ох, у меня живот заболел. Рошан упор. Да, Рошан просто объелся грибов. Падает эта хрень под названием Рошан. Вивер закупает Демон Эдж. Там уже больше 15к. Это 2-1. Это 2-1. Привет. Или 2-0, я хотел сказать. 2. Да что ж такое, ладно, все, короче, 2-0 близится, хочу я сказать, но 2-0 это хреновый расклад. ВП на самом деле сейчас не такая простая ситуация, потому что да, у них там большое преимущество, но им надо допушить. Им как-то надо допушить. Тут уже у Бутрайдера больше, чем у Спектра. У Вивера, у Санты и у Кси просто огромные. Они ходят, богатые все. Трясут кошельками с бабосами. А Эмпайр ничего не могут сделать. У них пик не мобильный. У них нету никакого телепорта. У них нет контроля карты. Они просто сидят на базе, не фармят. Просто сидят впятером на базе. ВП сейчас вот с каждой секунды они получают все больше золота и больше. Здесь только Спектра фармит. ВП фармят все, фармят все три линии, фармят лес потихоньку, ставят, сейчас поставят варды, можно вот так вот поставить варды, все окружить, будет отлично. На карте нельзя рисовать в обсмод? Нет, еще нельзя. Ждем. Ждем, когда введут мне эту возможность. Баунти входит в лес. Ну, Баунти уже БКБ, там пошел на дезолятор, Вивер сплит пушек. Вот, вот это, кстати, очень правильное решение. Зачем, зачем, собственно говоря... пушить именно, ну, в лоб, когда можно за сплит пушить. Вот сейчас они будут сплит пушить, опять же, получая значительно больше денег, потому что отбиваться от сплит пуша вот такого не так-то и просто. Посмотрите, Вивер давит в сторону, здесь давит в сторону, качают лес. О, 20к, нужно больше золота.
Спектра это плохо, Свен это плохо. Ну, такой Свен вообще это не так плохо. Магнус с гемом. Нужно его выбить. Джакира. Нормальный Джакира, кстати, подкачанный такой, неплохо. Все неплохо. Все неплохо, все плохо. 3900 у Бэтрайдера. АВП еще и с Аегисом, не будем забывать. Вот этот Вивер, его вообще непонятно, как убить. То есть, вы понимаете, вы все кастуете Вивера, убиваете его, или даже не убиваете, он успевает ультануть. У него там еще либо Аегис, либо у него еще ульта готова. И он фулл хп там, фулл мана. Ну, не фулл хп, фулл мана, но все равно у него много этого всего добра. Оп! Сюда уже ТП дает Спектра, мол, сейчас мы поймаем Вивера. Вивер уходит на ульте. Даже не дает станчик в себе откинуть, никакого шанса. Эмпайр сидят на базе. Все, просто мы сидим на базе, мы дефим. Рошан следующий будет через очень много времени. Пока что прошло 3 минуты. Даже не прошло еще 3 минуты. А Аегис, напомню, еще через 6. И вот смоки. Смоки и попытка выйти. И вот сейчас очень важно, как среагирует ВП. ВП. Все, среагировали. НС максимум убьет. Так. Тунца. Всем тунца. НС успевает ультануть. И теперь, ребята, сейчас вас будут разбирать в ответку. Где? Нет, не решаются. Хватают скандала. Ульт от Свена. Отличный. Скандал, посиди на елках. Есть скьюер, скьюером уходит. Баунти с БКБ, реверс полярити. В одного баунти. Баунти бьют. Кстати, баунти очень неплохо бьют, но урона все равно нифига недостаточно. Там ломает Иллидан сверху вышка, это не показывает, потому что идет драка. Крейзи очень битый. Крейзи все-таки сдох. Убили. Ой, баунти убил Магнуса и умер сам. Отдал все-таки гем. Здесь минус вышка. Dire's Bottom Barracks has fallen. Ну, это на самом деле, естественно, ложь грязная. Итак, у нас получился размен Бэтрайдера. Ну, НС убили, Санту и Бэтрайдера в размен на Свена, в размен на Магнуса. И все. Не самый лучший размен, но снесли вышку. И, в общем-то, дрались 4 на 5. И сейчас нет ульта Магнуса, можно сейчас в лоб идти. Просто вот выходят эти два парня, и без ульта Магнуса деритесь в лоб. Пушьте. Ульт Бэтрайдера будет как раз. Бэтрайдер 4000. Копит на черный день. МКБ. МКБ. Привет. И, кстати, можно заходить по этой стороне, где нет вышки. Просто сломать барак сейчас самое главное. Денег еще больше. Опыта тоже много. Ну, преимущества я имею в виду. Воскресают эти два замечательных героя. Здесь Профит с Вивером просто пушит вдвоем. Никаких радианцев на этот раз на Вивере мы не видим. Стоит Сентряк, который видит, что нету других Сентряков. Погнались за Шадоу Демоном. Шадоу Демон, великолепный дисрапшн. Айрман здесь уходит. Айрман, ну там гем, Айрман, вернись, Акстис, что ты делаешь? Прекрати. Аегис еще есть, все нормально. Блин, ну опять они дерутся в меньшинстве, тут же нету никого. Там гем, сейчас опять будет очень плохо. Санта влетает в БКБ, Линка работает отлично. Свен ультит. Спектра ультит. Блин, драка вообще идет без Бэтрайдера. Бэтрайдер где-то там носится на миде. Он непонятно почему задержался, почему баунти уже здесь, а его все еще нету. Как он так оказался здесь? В общем, размена Егисов никуда. Санта не попадает под стан, потому что уходит из-под радиуса Вижен и Гема. Раскидывает на всех трек. У Магнуса готова ульта. Бэтрайдер ловит Свена. Свен получает... Ой, как много урона получает Свен. По-моему, слишком много. Это какая-то имба. Магнус. Ульт. Ай, хороший ульт от Магнуса. И сейчас можно забирать всех. Мех успевает юзануть. Забирают Вивер Шадоу Демона. Кси. Ай, Кси не выживает. Увы. Бэтрайдер убивает Спектру. Байбек от Профита. Профит уже вернулся. Профит не ловит станчик. Спектра. Ой, ну у тебя ничего нету. Как обидно. Опять сейчас монстр фит какой-то начинается. Санта уходит в инвиз. Санта сжигает радианс. Блин, они проиграли драку. Ой, что вы делаете, ВП? Такая... Вот сейчас просто шанс для Империи на то, чтобы отбиться. Ушел. Ушел после байбека Кси. Так, Бэтрайдер. Бэтрайдер купил себе Шиву. По-моему, до этого он ничего не покупал. Вот как раз у него появляется Шива. Смотрим золото вровень. Смотрим опыт в минус. Это размен был определенно в минус. Учитывая, что там был Аегис, учитывая, что там было все хорошо, размен получился очень кривой. И зачем это все вообще было нужно, непонятно. Спектра получает фарм. У Спектры близится Тараска. Ой, ВП. Ой, ВП. Ну вот, не могут они без этого. Ну, в принципе, Эмпайр тоже там...
Немного трэша нам устроили в первой игре. Но у них было больше преимуществ, у них был лучший пик для лейта. Виверок. А у кого вообще, кто потратил байбек? Спектра, Профит, Вивер не тратил. А, Спектра и Профит байбекались, да? Ну, то, что Спектру вынудили байбекнуться, не так и плохо. Конечно. О, Куру можно убить. ББ, Курьер. Что в Куре было? В Куре был Ривер! В Куре был Ривер! Вот наконец-то ВП не потеряли Куру, а потеряли ее их соперники, где был какой-то мега-артефакт, это Ривер. Ривер в Куре. 3200, минус 3200 у Спектры, привет. Блин, гем надо выбить. А гем выбили. Гем выбили, гема нет. Отлично. Нет, гем у Магнуса. Гем не выбили. Ну вот как так-то, а? Вивер начинает ломать бараки. Здесь на миде какая-то. Сверху пуш. Короче, пуш со всех сторон идет. Вивер в инвиз, трек получает баунти, Вивер уходит. Вивер не рискует, Вивер играет очень аккуратненько. Вивер, Вивер, Вивер. Снова Вивер, дважды Вивер, трижды Вивер. Всем Вивер. Профит сверху. На миде тоже надо пушить. Всем пушить по разным сторонам. Вивер снизу, тройка на миде. Как-то не в куче не стоять. Спектра вот сейчас отбивается наверху, нужно запушить мид. Не дают, Эмпайр. У них барак, вообще 600 хп там. Еще 2000 по бараку. Вакуум. Дисрапшн. Вивер, ульти, ульти, ульти! Вивер не успевает разультиться. Магнус зато разультился в никуда. Санта. Санта уходит на ТП. Бэтрайдер кого-то схватил. Бэтрайдер кого-то везет, дает Шиву, увозит Спектру. Черти знает куда, убить ее нечем. Спектра дожигает вардианцем. Нет, живет именно с Бэтрайдер. Вот о чем и речь. Драться-то офигеть как тяжело. А если бы там был Ривер, там уже фактически была бы Тараска. Здесь просто барак на ладан дышит. Но добить его нечем. Добить его нечем, и это печаль. И вот сейчас Empire еще жестче выигрывает драку. Тут вообще размена никакого не было, никого не убили. Потеряли Вивера, который опять не успел ничего сделать. Потеряли Бэтрайдера, который... Ну, вышка, конечно, сверху падает. Вышка на миде тоже теряет хп. Барак теряет хп. Ну, донести-то нужно хотя бы один барак. Вот как только первый барак упадет, пойдет какой-то прогресс. Пока барак не падает, все у Empire хорошо. Барак не упал, он может так и до конца игры простоять. Барак упадет, будет все отлично. Дарксир, блин, Даггер. Ну привет. Начинают айтемы они собирать. Да, сиделись. Вышли. Вышли сейчас. Магнус, конечно, там профукал свой ультимейт. Очень зря, безусловно. Гем опять не выбили, гем опять или выбили. Стоп. Ну, кому-то он отдал. Нет, не могли. Или что, неужели выбили? Так, смотрим. Байбек, байбек, байбек Магнуса. Я, кажется, опять все... Нет. Магнуса не убивали, у него был гем. Дарксиру отдали гем. Вот он, что делал. Да, без гема тут никуда. Выбить его не могут. И опять пошел пуш от виртусов. И опять сплит-пуш. Но только профиту нужно дойти до бараков. Не нужно лезть раньше времени. Виверу нужно какое-то хп, чтобы не умирать. А, Рошан. Рошан, вот оно в чем дело. Смоук. И отходит. Видели, 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 кажется, взрыв этого смока. ВП. Отходят. Спектра. Вот, кстати, да, я сказал, что, мол, ничего нету мобильного. Спектра-то мобильная. О-о-о, вот это очень плохо. Вот это очень плохо. Просто Empire сейчас потратили этот ультимейт. Инессу, правда, очень больно. Прячет он Спектру. Пытается убежать. Дает ульт Спектру. У Магнуса также откатил ультимейт. Инесса нету. Хватают Спектру. Ну, блин, почему Спектру-то вы фокусите? Шива. О, боже. Крейзи. Сурдж. Крейзи умирает. О, боже. О, боже мой. Санта умирает. Только Вивер живет. Вакуум. Вивер убивает Свена. Си минус. Я не верю своим глазам. Ультракилл Спектра, и они разбирают 5 в 2 ВП. Это будет фантастический камбэк от Empire, если они его сделают. Но они реально близки.
Блин, по деньгам, конечно, все равно ровно достаточно идет. Но драться-то не могут ВП. Казалось, что Блава уже зафейлил свой ультимейт, но поймать Shadow Demon действительно было важно и нужно. Рошана не отдали. Магнуса опять нет ульты. Ну блин, опять это ульта Магнуса, все в алтаре, никто не хочет выкупаться, либо да... Нет, байбеки есть, но никто реально не хочет выкупаться, тратить деньги. Блин, я опять закрыл. Вивер в одиночку пытается загрызть Рошана. Сможет? Вот в чем вопрос. Не знаю, Empire предполагают то, что ВП на Рошане не предполагают. Рошан 1200 хп. Нужно заковырять этого Рошана. Все, Аеги забрал. Молодец. Центряк. Видит центряк с помощью гема. Сбивает этот центряк. Летит сюда. Ай, ну, крейзи. Опять киданул. Вою. Куда? Куда ты пошел? А, Спектру можно убить. Спектру можно убить. Хек Спектру. Аегис выбила. Ну! Минус Спектра. Отлично. Магнус. Реверс полярити в одного Санту. Инесса нет. Инесса, спрятать Санту. Инесса, спрятать Санту. Санту умирает. Байбек от Спектры. Вивер. Вивер уйдет. Куда ты бежишь? Вивер. Живи. Байбек от Санту. Реверс полярити нету. Нужно бежать. Дарксир с даггером. Дарксир видит Айрмана. Получает кучу урона. За Вивером летит даггер. Виверу сейчас прилетит этот даггер. Стан, пеньки блочат, Вивер уходит, хорошо. Профит снизу. Боже, какая потная игра. Просто потнейшая дота. Спектра там уже просто нереально разбирает круто. Санта, нет у него БКБ. О, куда ты увез, скандал? Ты сейчас просто подарил Санте жизнь. Там один стан от Сайлента и ГГ. Прячь Спектру. Сайлента хочет убить Кси. Ууу, какое окружение от Кси, боже мой, Спектра без байбека. Ну, умирает. Какой ты, боже мой, какое окружение от Кси вот этими пеньками. Ну ты просто красава, без Спектры теперь драться. Блин, тут драка идет. Джакира убивает Shadow Demon, Вивер, Реверс Полярити, Вивер убивают. Бэтрайдер убивает Джакира. Тут еще непонятно, кто вообще живет. Минус Фаник. Надо гем разбить. Профит разбивает лицо Фанику. Байбек от Фаника. Гем, ну... Блин, разбили гем. Хорошо, Фаник запрыгивает. Не по шансам, явно. Не по шансам запрыгивает Фаник без госкипетра. И умирает. Трипл килл от Кси. Ультра килл от Кси. Кси, ты просто красавчик. Ты мой герой. Вот, блин... Кто тащит ВП на своем Nature Profit каждую игру, так это этот парень. Одну сторону снесли, мало, нужно еще одну. И успеют, видите, там 14 секунд еще до появления Спектры, и мид ломают одновременно. Куча денег опять. О боже, Кираса прилетает с Кирасой, начинают бараки падать еще быстрее, пошел Fortification. ТП, Спектра будет кого-то убивать, бьет иллюзию Спектры, Спектра влетает к Профиту, сейчас получит Хекс, Профит просто уходит на базу, минус бараки на миде. Ну уходи, Сант, ну зачем? Уходи, второй барак не нужен здесь. Ну зачем ты остался, ну дурачок, инвиз. Пеньки грызут беспощадно, бараки очень битые. Минус две стороны, бараки очень битые на миде, бараки очень битые сверху. Шансов у Empire стало значительно меньше. Ну теперь хоть продавили. Прям отлегло, потому что на грани была эта игра. Просто вот последний замес. Все началось с этого божественного окружения нереального Кси пеньками, когда уже там лес-то закончился. Как он их вызвал откуда, непонятно. Убил Свена. Ой, я, по-моему, продрал себе что-то.
профиль. Запрыгивают все на спектру. Реверс полярити, стенка, прячут кого-то. Все не очень хорошо. У профита там еще... Нет, у профита нет байбека. Он юзает меку. Хорошо, скандал разобрали. Паник бегает. Вакуум отличный. Очень битый. Все. Вивер ультует. Виверс ДД. Ну привет вам. Виверс ДД. Разбивает барак. Все, это минус 3 стороны фактически. И сейчас будут мега-крипы. Виверс ДД. Им бы и не контрится. ГГ ВП. Это 1-1. Третья игра. Прогнозы имеются. Так, сейчас каждый из чата, кто писал, что это ГГ для ВП? Каждый в чатике написал сам себе фейспалм, и каждый, кто писал, что это ГГ для ВП по пику, просто пишите, я нубас и не шарю в доте. Я одно, и я буду болеть за Virtus.pro. Ну ладно, это можете не писать. Не выиграют они. 43 минуты. 42 с половиной. 35-28. ВП побеждают. Делают счет 1-1.